Так, начинается матч между нашей командой «Строитель» и «КамАЗ». Какой по счету, уже не знаю. Так, стартовый состав команды «Строитель». В воротах Брагин, в поле Афанасьев, Якубов, Гараев, Минеев. Афанасьев, Минеев, Гараев. Брагин подстраховал сейчас Алан свою команду, выбил на угловой, еще один удар, 5 на угловой. Куба выбивает в аут. Якубов борется. Брагин забирает мяч. Афанасьев на Минеева, Минеев на Гараева. Обратно на Афанасьева. Брагин. Не дал игроку КамАЗа нанести удар. И мимо ворот. Помогайте, помогайте, Семен, помогайте. Минеев зацепился за мяч, Афанасьеву. Ближе подходите. Брагин забирает. Семен, ближе к нему, ближе. На Минеева. Гараев. Ошибается Искандер. Иди, Семен, вот коридор, вот коридор. Сам, входи. Семен, поменяйтесь, Катаулик. Катаул, иди назад, тут впереди. И у нас мячик застрял. Якубов зацепил за ногу, штрафной в пользу команды КамАЗ. Я показываю, что надо отойти, да. Искандер накрывает удар. Даже это не удар, скорее всего, это был прострел.
Размер ближе, подойди, размер. Минеев. Размер ближе, подойди к десятому. Размер. Тауля. Ближе прям, прием, подходи. Минеев борется. Потеря. Якубов. Штрафной все-таки судья назначает. За то, что наступили Якубову на ногу. А нет, он просто попросил остановить игру. Якубова слетела бутса. Якубов перехватывает передачу. Мимо ворот. Брагин контролировал. Ближе к Тауле. Брагин далеко вперед. Гараев. Там откройся, отдай, откройся, не стой. В команде «Строитель» замена, вместо Гараева появляется Колесников. Якубов накрывает. Брайан. Колесников должен убежать. Не дает ему убежать. Выбивают в аут. Аут зарабатывает Радмир. Судья просит паузу. Да, игроку КамАЗа в стыке досталось по ноге. Минеев, Афанасьев. Вместо Якубова на поле появился Сафин Даниэр. Сафин здорово перехватывает. Но сейчас что-то похожее на футбол показывает наша команда. Прострел. Брагин. Отлично, Брагин прерывает передачу. Сильно вперед Афанасьев. Удар. Брагин Алан выбивает на угловой. Нельзя давать бить игрокам КамАЗа. Брагин. В самом углу достал Алан сейчас мячик. Сильно вперед на Минеева. Колесников. И прозевали мы все-таки атаку. Справа оставили игрока. И счет матча открывает команда КамАЗа. Счет матча становится 1-0. Афанасьев, Минеев, Колесников. Колесников зацепился, отдал Минееву. Отличная передача на Колесникова. Вместо Сафина на поле появляется Якубов. И вместо Афанасьева на поле также появляется Карапетян Малик.
и очень неточный удар. Сильно вперед. Карапетян. Удар. Брагин на месте. Отлично. Передача на Колесникова Радмира. Потерял Радмир мяч. Сильно вперед. Брагин. Подстраховал Брагин. Сейчас защиту, вышел из ворот. Выбил мяч в аут. За что заслуженно получил похвалу. И штрафной. Дальше, дальше, дальше. Судья подсказывает, надо сделать. Поставить мячик. Удар. И Карапетян маленько мужественно принял этот удар на себя. Отлично сработала стенка. Колесников Радмир борется. Минеев, Колесников. И потеря. Вместо Колесникова появляется Гараев. Карапетян мужественно принимает этот удар. Видно, больно Малику, да, но это мужская игра. У нас тут не девочки играют. Минеев, отличная передача на Гараева. Выход 1-1, удар. И вратарь блокирует удар. Минеев на Якубова. И потеря. Отличный выход был у наших, возможность забить. И первый тайм заканчивается. Счет 1-0 в пользу команды КамАЗ. Что там увидеть будешь? Комментировать будешь? Нет, а что ты? Давай. Будешь со мной комментировать, потом везде ездить. Макс, скажи, я быстрее в поле лучше вернусь, да? Алмаз Галич, еще раз, пожалуйста. Малик, молодчик, давай, терпи. Наставления тренера идут. Воды принеси, пожалуйста. Какую-нибудь бутылочку попить хочу. Итак, команды выходят на поле. В воротах остается Брагин Алан. В поле Афанасьев, Якубов, Гараев, Минеев. Как она открывается? Якубов перехват. Пас на Минеева. Удар. И рядом с девяткой сейчас пролетает мяч. Якубов зарабатывает аут. Брагин.
Афанасьев. Передача, Брагин. Афанасьев. Вперед на Минеева. Минеев Гараеву. Афанасьев. Минеев. Отличный выход. Отличный выход. Брагин. Встрепенулись наши ребята. Искандер принял удар на себя. Прострел. И команда КамАЗ вынуждена через дом играть. Афанасьев. Отличный перехват. Якубов. Не прошла передача у Минеева. Сам поборолся. Сейчас здесь Афанасьев должен. Выход. Удар. Брагин. Отлично, Брагин. Оставляет команду в игре. Сильно вперед на Минеева. Ой, Якубов сам обыгрывает одного. Ну, второй игрок страхует. Сейчас передача на Минеева. Удар. Ну, с этим ударом несложный для вратаря КамАЗа. И далеко вперед. Гараев должен сейчас побороться. Минеев. Ближе, Радмир, ближе. Брагин. Семен, Семен. Афанасьев. Семен, иди сюда. Команде строит КамАЗ замена. Брагин. Отличная передача. Радмир, ближе, Афанасьев должен сейчас встречать. Афанасьев, Гараев. Контроль мяча. Якубов должен быть первым на мяче, да. Афанасьев накрывает прострел. Вместо Якубова появляется Сафин. Афанасьев, Минеев. Вместо Гараева замена Колесников. Вместо Афанасьева Карпетян. Радмир, с ним прям сыграй плотнее, Радмир. Ближе с ним сыграй. Десятым играй, прям к нему подойди ближе. Салимов, ты куда идешь? Салимов, ты куда идешь? Брагин.
Отлично. Карапетян. Все, молодцы. Все, и назад. И вынуждают. Ушел мячик, да. Судья фиксирует. Вынуждаем ошибаться игроков КамАЗа. Бронит спокойно. Лево держи. Лево держи сам. Ой, Колесников. Колесников, браво, в подкате. Подстраховал своего вратаря. Колесников. Колесников идет в стык. И зарабатывает аут своим прессингом Колесников Радмир. Отличная передача. Минеев. И неточная передача. Строитель, играем. Отходим еще. Иди, Кирилл, иди, иди. Давай, 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 давай. Движение, синий, движение. Вместо Колесникова на поле появляется Гараев. И вместо Карапетяна выходит Афанасьев. Брагина, отлично. Сильно вперед. Забивает команда КамАЗ, все-таки второй гол, но ничего страшного. Счет матча становится 2-0. Вместо Сафина появляется Якубов. Брагина Гараев. Гараев сменяемым стеночку. Но КамАЗ перехватывает. Минеев перехватывает.
опасный момент. Якупову досталось по ногам в этом эпизоде. Вместо Минеева выходит Загайнов. Афанасьев на опережение. Загайнов. Гараев. И КамАЗ выход. Загайнов. Брагин переводит на перекладину. И матч заканчивается. Уходим на перерыв.